Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала, с вами снова Михакер, я продолжаю проходить игру под названием Watch Dogs, и у нас тут только что произошла авария, вот те люди друг друга впилились. Вот это прикол, бывает же тут такое. Получаем предметы. Мотель Овал, что-то какая-то плохая связь сегодня с Ubisoft'ом, с их сервером. Чё, чувак, хреново, да? Ни хрена ты въехал, аж капот оторвало. Вот он, кстати, лежит рядом. Ну и чё, дадите мне уже предмет, ё-моё, мотель Овал. Сова, что ли? В натуре там филин он нарисован. А чё тут одни минивенчики-то стоят? Я получил или нет? Надеюсь, что получил. Ладно, поехали уже, съездим куда-нибудь. Куда, кстати, можно съездить? А, съездить можно на задание, и мы, наверное, туда как раз и поедем. Чё такое? Испытание сети мобайл, CTOS мобайл. Нет, туда мы пока не пойдем. А вот на задание, ни хрена как далеко. На задание мы поедем. Чё это такое? На чекины я могу появляться, что ли, или чё? Так, вот оно место. Навигация, добавить, открыть легенду, план, схема. Ну, я не знаю. Куда-нибудь я могу переместиться? Кларк Лейк. Ать. Следуйте город с помощью надземки. Используйте станции быстрого перемещения для мгновенного перемещения. А, вон оно как работает. И как их быстро переместятся? Переместятся? Как быстро переместятся? А, надо прийти на станцию, понятно. Так. Вот она, ближайшая станция. Давайте туда сгоняем. Опа. Ну, на CTOS Mobile я не поеду, буду проходить сюжетец лучше. Так, еще контракт устранителя мне тут дают. Это, видимо, приходит по сети. Кто-то хочет со мной смахнуться. Светофоры. Может быть, потом как-нибудь я на стримчиках этим займусь! Или в каком-нибудь другом формате. Так, а мне нужно вниз, кстати. Парень, посторонись. Вот, вот там вокзальчик. Как я туда попаду? Только отсюда. Блин, там еще и поезда ездят. Алкоголик, его можно взломать. Ой-ой-ой. Я вовремя сюда пришел. Так, подождите меня. Все, я захожу. Че тут? Быстрая поездка на подземке. Так, давайте посмотрим. А вот место, куда мне надо, да? Ну, близко к тому. Куда переместиться? Чикс! Так. Че, я на месте? Да, я на месте. Так, че это там у нас? Быстрая поездка не надо. Это же банкоматы. Не, это кассы, видимо, с билетами. Ладно. Пойдем уже посмотрим. Вот тут меня машинка ждет, как раз маленькая такая. Не очень удобная. Но все-таки машинка. О, тут мотоцикл есть. Ну-ка, ну-ка. Я на мотоциклах никогда не катался. 5 CTOS. Мопед настоящий. Ни хрена он рвет. Так. Кстати, вы не ошиблись, я сказал именно канала. Гости моего канала. А! Все, я поехал дальше. Фига этот грузовик что вытворяет. Тихо. Опа, а мотоцикл резвый, да? С него еще шмалять можно. Все, я вот тут припаркую. Паркуюсь как мудак, конечно. Член клуба гениев. Ничего себе. Вдова? Это же мужик вроде. Так, у него песенка играет. Да ладно. Начать задание. Открой свой мир. О, кстати. Это задание мне откроет там чего-то. Он всегда скрывал свою личность. Он же из DedSec. Так. А теперь встреча. Мы будем встречаться с хулиганом. Посмотрим, что он задумал. Меня не проведет. Так, достичь. Давайте достигнем. Чё я так медленно хожу? Можно побыстрее?
Мне надо было всего лишь спуститься на пару ступенек. Хулиган. Что? Хулиган, 17. Мужик, ты чё? Да, это не он. Надпись на экране, оглянись. Хулиган, вот это 17. Хулиган. Клара. Панкерша какая-то. Смотрите, какой черепок у них. Похож на мисс Фитц. Группа, если что, такая есть. 17, значит. А не сериал. А хулиган тебя не смущает? Меня все смущает. Испугался? Кого хрена понавкалывала себе всякое железо в щеки? Да ладно. Кто-то влез в мою жизнь. Угрожает моей семье и вдруг со мной хочет встретиться некий хулиган. И он, это она. Все это ложь. Че ты ее прессуешь, мужик? Слушай, я могу тебе доверять, Клара. Доверять, может, и нет. А вот послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Она сразу сказала, я не знаю, стоит мне доверять. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хакнуть Дедсек? Хакнуть Дедсек? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. А тебе-то это нахрена? Женщины любят кормить обещаниями. А еще Грузию. Ни хрена себе, телефончики сдать. Все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Краденый, да? Тебе какая разница? В этом сила. Только не дури. Из-за твоих фокусов люди страдают или гибнут. Люди гибнут из-за пистолета. Дай мне причину доверять. Ладно. Что-то панкерша какая-то наивная и смазливенькая. Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А я отслежу сигнал. Что ты мне послала? Сиськи? Там фото сисек? Селфи вот какая-нибудь? Удивило, так удивило. Чё сказал? А ты такой, как я и думала, Эйден. Еще бы, меня на всех камерах города видно было. Когда я по твоим наводкам шел. Так, ладно, я спустился в метро. Или что это такое? Очко навыков получено. И чё вы мне предлагаете? Сразу туда зайти? Новые навыки разблокированы. Теперь у вас есть доступ ко всем имеющимся навыкам. Вот это прикол. А, вот для этого мне надо было ДЦК хакать. Ну-ка, а чё у меня по известности? Плохо пока все. Кстати, да, у меня теперь заработала средняя кнопка мыши, а все потому, что у меня новая мышь. Вот так вот решает михакер все дела. Так, ну давайте посмотрим, что со взломом может быть, да? Что это такое? Система снабжения. Это что? Это вот это? Удерживать Q, чтобы создать перегрузку в системе снабжения и вызвать взрыв. Я же, по-моему, умею делать это. Нет? Что это такое? Отключение вертолета. Выводит вертолет из строя на 15 секунд. Ни хрена себе. Вот этот прикол. Так, это что такое? Помехи в эфире противника. Чтобы оглушить его, создавайте помехи. Так, это улучшенный взлом банкоматов. Слушайте, мне с вертолетом идея нравится. Ап. Конечно, принять. А это что такое? Выводит вертолет из строя на 30 секунд. Это тоже, наверное, будет полезно. Ап. Так, на все остальное мне как-то... Вот еще могу мосты развести. Ну да ладно. Я сначала посмотрю что-нибудь другое. Что мне тут доступно? Устройство, бой. А в бою мне ничего не доступно. Потому что что? Что очков надо много. Окей. Тогда устройство. Так, что я могу сделать? Могу сделать вот эту штуку. Blackout. Создайте панику, научи этих нытиков экономить энергию. Возможно, появление искр. Это очень прикольно. Круто. Я тогда блокаут возьму себе. Так. Ну и все, навыки у меня закончились. Сразу кто-то звонит. Да? Интересно, это хулиган или Клара? Упростим задачу. Валя, надо найти звонившего. Как? Как ты изменял на голос? Его сигнал ведет в офисное здание.
Да. Клиенты, менеджеры, начальство. Все как обычно. Офисы, значит. Офисы, значит. Давай посмотрим, сразу дорогу туда проложим. Так, ну-ка, у меня есть на мыши прикольная кнопка, которая улучшает чувствительность. Вот это прикольно. Ну, изменяет, точнее, чувствительность. Ап. Не будет его, не будет чувачка. Нужно понять, как пробраться в здание. Так, на мотоцикле мне страшно как-то ездить. Это у нас. Он нестабильный. Там тоннель. Самое то. Это ты прости, что был груб. Я знаю, что ты... В следующий раз я буду нежнее. Предсказуемо. Вторгся в личное пространство, потом взгляд, физический контакт, искал слабые места. Ну и как? Да. Так я тебе и сказал. Какие-то хакеры, они еще заодно и психологи. Видите, да, что говорят? Вторгся в личное пространство, тра-та-та. Давил на чувства там что-нибудь. Так, что тут за место? Войдите через подземную погрузочную зону. Теперь окунемся в мой мир. Да, давайте только вот сюда подъеду. А там что-то стоять не стоит, говорят. Опа. Так, отвлечь его можно. Это что? Включить сигнализацию. Так. Так. Что у нас там? Дверь закрыть можно. Этого взорвать сразу можно. Так, тут у нас камера есть. Может, мы вообще никого не будем трогать? Еще камера. Еще камера. Вот ту давайте. Так. Вот то место у нас где-то там. Включить сигнализацию. Вот еще камера. Вон еще камера. Такс. А, мне куда-то за эту дверь, да? Так. Как мне туда пропасть? Что это за штука? Как оно работает? Я чуть не понял. Что дает эта штука? Escape. Еще раз, escape. Непонятно. Карта. Войдите через подземную погрузочную зону. Обязательно туда входить? От этого отвлечь. Там дверью. Давайте обратно. Так. Что-то я не понял, не догнал. Так. Камера, 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 камера. Камера. Так. Мне как-то в эту дверь надо. Только я не знаю, как. Сломать. Системный ключ. Окей. Так, вот там еще какая-то камера. Предохранитель. Опа. Открылся, да? Прикольно. Прикольно я умею, да, чувак? Еще камера. Так, у этого что за телефон? Отвлечь его можно. Бах. Че, кто-нибудь за дверь-то пойдет, а? Никто не хочет. Предохранитель, предохранитель камеры, включить сигнализацию. А, похоже, просто сломалось. Да, видимо, придется как-то через них проходить, что ли. Удаленный доступ, погрузчик. Тра-та-та. Ля-ля-ля, вот это отвлечь можно. Кого-то вообще можно взорвать там. Текс. Ладно, давайте обратно. Ап. Кого можно взорвать? То отвлечь. Щелк. Вот это около машины, да? Давайте, подходите. Подходите к машине, ну же. А ты-то что там стоишь? Сейчас он кинет эту гранату, да?
На нахер! Жесть какая! Это жестко, конечно. Говорят, что эту игру можно пройти, не сделав ни единого... Опа, выстрела. В обход можно было пойти, оказывается, черт возьми. Блин, я не знал. Ну, обход так себе получился, если честно. Как мне попасть за дверь? Честно говоря, не знаю. Смотрите, они там пошли искать что-то. Они меня там не найдут, а? Текс. В эту дверь мне так просто не пройти. Надо все-таки мимо них херачить. Так, ладно, что тогда? Пойдем их херачить. Что-то они за мной следят. Они что, шмаляют по мне? В натуре. Жесть, вы охренели? Какого черта? Я же могу просто въехать туда, реально. И всех вас разместить, ребята. Ох, нихера. Вот это было больно. А, черт! Это больно! Это, мать твою, больно! Где ты? Где ты? Давай влазь. Опа! Эй, ты! Выходи! В укрытие! Как тебе? Откуда, откуда? Они меня обходят. Прикрою. Есть раненые. Попробуй подойти. Черт, 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 они автоматами шмаляют. Попадал. Пригнись, обходи с фланга. Обошел нахрен, ага. А, черт! Так нечестно, чувак! Выстрел в голову. Мне нужны лекарства. Да пошло все. Так, кто-нибудь остался? Никого больше нету. А тут, кстати, какой-то дешифратор. Че, я могу его использовать? Защищен кодом. Ладно, хрен с ним. Так, разблокировано оружие. Это хорошо. Что-то я тут еще где-то видел, лежало. Вон, на ящике что-то лежит. А, максимально, это, видимо, патроны. А, у меня же штурмовая винтовка была в натуре. Ладно, сюда я не смог пролезть. А, ну и, видимо, это было невозможно, да? Без кровопролития, я имею в виду. Хотя, возможно, тут какая-нибудь вентиляция есть и все такое. Так. Теперь мне туда. Что у нас здесь? Я в здании. Что там впереди? Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Нестабильный химикат. Кстати, эксплойты, что я тебе скинула. Отвлечешь охрану. Электронные компоненты. Телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рацию. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Просканирую офисы. Найди комп, который можно хакнуть. Нашла. Брэдли Кофлин. О, нет. Главный по безопасности. Ну еще бы. Как взломаю, не тормози. Найди того, кто звонил. И вали, не то оба загремем в тюрьму. Да не волнуйся ты. Возьмем вот эту винтовочку. Все, и пойдем. Кто-то есть. Давайте с глушителем будем шмалять.
Ап. Отлично. Вы заходите в закрытую зону. Так, а давайте выйдем из закрытой зоны. Оп, чтоб меня никто не палил. Черт, черт, черт. Как мне присесть? Нет, видимо, только отсюда можно. Опа. Что это? Перехваченный звуковой файл. Черт возьми, работа моя. Теперь мое место для парковки прямо в лаборатории Блю. Бабло на разработке, безумные ученые. Я-то не псих, а там кто знает, с чем придется работать. Дети охранника с кодом доступа. Еще тонну бумажек о секретности надо подписать. Но я все расскажу как-то. Ладно, мы пропустим. Вот у него есть. Все, взломайте точку доступа к незащищенному ноутбуку, которая находится на втором этаже, да? Опа, чувака вселился. Так. А он пошел как раз туда, куда мне надо. Может вызвать подкрепление, вот это плохо. Так, ладно, надо ждать, пока чувак выйдет. Надеюсь, он не с концами туда пошел. Тоже может вызвать подкрепление. Что? Что ты делаешь? Погоди. Что это? Так, и что, он пойдет смотреть? Ну же, чувак, давай, пошли. Там что, кто-то спустился? Так, все, давай, давай, давай. Туда, куда нам надо. Массовый гипноз. Ладно, мы это пропустим. Так, стоп, мне надо было, чтобы он просто повернулся, что ли? А чел спустился вниз. Но он никого... О, еще один чел. Так, ладно, давай, зайди уже туда, мужик. Вот ту штуку надо взломать. Опа. Так, пошел взлом. Что у нас здесь? Так. 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 Понятно. Так. Интересно. А третий вход ниоткуда взять. Так. О, вот так. Так, еще система. Сложная, сложная. Так. Так. Так, допустим, да? Так. Но это неправильно. Сто пудов должно быть сюда. Сто пудов должно быть сюда. Сто пудов должно быть сюда. Отлично. Сломайте ноутбук. Говорю же, никакой не баннер. Вообще все закрыто. И здоровенный закачка такой... вируса. Фиг сломали. Дерьмо, закрыть все входы. Найти суку. Вот это плохо, да? Короче, ты в сети. Отследи звонок. Почти удалось. Калис. Копов вызвали. Их суперсканеры мне никак вот не отключить. Это плохо. Тебе пора валить. Дерьмо, сканеры. Засекут, как пить дать. Удачи. Черт, есть черт, способ черт. Их заблочить. Погодь, есть способ. Вот нашла. Сейчас кину файлики. Создашь помехи и для сканеров, и для средств связи. Даже для гражданских. Генератор помех поможет вам ненадолго приостановить работу сканеров.
Выберите генератор помех в селекторе и нажмите G, чтобы его использовать. Прикольно. У меня мало времени осталось. Генератор помех. G. Супер. Я отсюда поехал, ребята. А, скорее, 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 скорее. Я должен успеть. Так, 40%. Все. Сканеры отрубились. Всем отрядом. Мы ничего не нашли. Есть, отлично. Уход от сканеров полиции. Всего опыта. Задание выполнено. Супер. Так. Что там у нас дальше? Ну что, где звонивший? Я заколебался бегать. В натуре. А давайте сразу еще меточку поставим. Опа. Опа. Да, есть. Сигнал из квартиры в районе Луп. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляшки с сигналом тебя заманивают в ловушку. Это мы еще посмотрим, кто кого. Такс. Кто-то заманивает меня в ловушку, да? Я помню, там смс-ку специально писали жене. Ой, жене, сестре, что я говорю? Господи. Идет удаленное сканирование. Так, кто-то нас тут сканирует. Так, сейчас вломим придурку и по домам. Вы спугнули преступника. Черт, ну ладно. Хреново. Ладно, хоть рядом тут у нас точка, которая мне нужна. Спасибо за совет, называется. Опа. Спасибо за совет, часть первая. Еще из нескольких частей состоит. Это друг моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Дэмиан, этот чувак за мной охотится. Который был в самом начале, ломал какую-то херню на деньги. Так, ну и теперь мне нужно добраться до той штуки. Так, каким образом? Тут что-то можно по камерам, по-моему, да? Так. Так. Удаленный доступ. Энч. Энч. Зачем там предохранитель? О, камера. Энч. Так. А, просто достичь надо этого места. Так, так, так. Ну. Мне кажется, тут... Ага. Вот там можно подняться. Понятно, пойдем. Пойдем залезем. И по лестнице. Ну. А, пробел надо жать. Ладно. Поток разделен. Значит, и щитков там два. Ага. Так, вот куда уходит поток. Могу ли я камерами чисто? Камерами, камерами. Ну, ну, во, камера есть. Давай на камеру. Thanks. Так. На ту сторону мне как-нибудь. Thanks. Туда мне никак не зайти, да? Ладно, давайте тогда. Что это такое? Открыть. Что-то открыл. Так, вот на ту камеру. Thanks. Туда.
А, так вот это он и есть переключатель этот, да? Теперь надо туда как-то. А туда, видимо, пешком придется. Потому что я других камер не вижу. Ладно, пешком так пешком, а чё? А, тут есть вот такая штука. И вон там переключатель. Опа. Поехали. Че, я отсюда не увижу его, что ли? Здорово. Это плохо. Так, камера есть. И лифт мешается, черт возьми. И эта шняга мешается. А, во, теперь не мешается. Линкс. Открыли. Получите доступ к сети здания, чтобы найти источник сигнала. Ладно, пойдем посмотрим, куда это. А, собственно, вот там взломать надо. Так, где еще камера? Вот она. Отсюда я не могу взломать, да? Вот оттуда могу, наверное. Повернуться не могу, черт возьми. Нужна какая-то другая камера. Вот там, может быть. Черт, как так-то? Придется вручную залезать и все делать. Да уж. Есть такие проблемы. Опа. Пинкс. И чё? Игра со взломом. Отлично. А, ку, я забыл. Так. Что нам в итоге надо? Открыть вот эту штуку. Для этого пустить два потока. Опа. 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 Так, отсюда открыли. И теперь вот так пустили. Супер. Второй этап. Так, какой-то узел странный. Так, так, так. Это примерно настроено. Мне нужно попасть сюда. Для этого пустить потоки сюда. Так. 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 Как-то надо сюда развернуть. Вот так. Кушечка. Туда пустили один. Один снизу сто пудов вот сюда. Один сверху сто пудов вот так. И... Да, и вот так надо было. Да чтоб тебя. Все, вот так. Эть. Слушайте, неплохие мини-игры. Пельветхер. Исследуйте квартиру. Так, ладно, давайте. Камера там что-то какая-то есть. Это что такое? Смартфон. К нему, видимо, надо вплотную пойти. Или что? Почему я не могу смартфон взломать? Взломать, чтобы включить и выключить звук. Ага. Только зачем мне это? Не совсем понятно. В квартире ничего нету, кроме вот этой штуки. Чуть какие-то переломы. Я тоже пострадал. О как. Нарисовался-таки. Но тебе только за тенью побегать. Как делишки? Дэмиан Брэнкс. Он что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Да, чувачок так такие вот штуки мне оставляет. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Ники? Наши пути разошлись. Они близко. После Мерло. Тебе лучше бежать. Ну это я понял, а как мне бежать?
Похоже, для вас, Громилы, есть новое задание. Ноги в руки и вперед. Ни хрена себе снайпер. Тачка какая-то приехала. Где они там? На, нахуй. Что-то взорвалось такое. Взорвалось нехило так. Прям наверху. Так, так он меня не палит, да? Это хорошо. А, вот там еще один стоит. Отлично. А в этого не домочил. Так. Тут ушел куда-то. А, вон он ходит. Ну-ка давайте через камеру на них посмотрим. На! На, нахрен! Жесть, как он рванул. Остальные не хотят разделить его участь? Давай, подходи, подходи. Черт, не задело. А, задело. Только что-то поздно. Давайте, давайте, ребятки. Все к тачке, давайте. Что-то громко музыка играет, ё-моё. Ну же, подходи. Вертолет. Так, ну все, тут делать нечего. Надо валить. Опа. Не попал. Так, тот чел, чё, решил ко мне сходить? Как это он туда забрался? Там уже копы. Отлично. Все, отсюда уже можно валить. Опа, опа. Все, просто валим отсюда. Дверь закрыта, да, чувак? Бывает. Твою мать, обошел нас! Эй, есть кто из наших поблизости? Так, тут у нас банкомат. Уже идем! Почему не могу банкомат... Ой-ой-ой. Плохие люди там. Он меня не заметил. Тарань, вок! Заметили, заметили меня. И стреляют даже по мне. Охренеть, что с машиной? Поехали, поехали отсюда. Тарань его, давай! Я тебе протараню. Сейчас вы, гады, у меня получите. Я умею использовать силу светофоров и прочей херни веселой. Так. Тараним его! Ребятки, проезжайте, пожалуйста. На, нахер.
Бам! Вырубил кого-то. Тачки конец, все за ним! А, вот тут никого не получилось протаранить. Тарань! Что-то получилось, да? Как-то так тупой себе. Ой, грандулет! Езжайте! Бам! А, черт, ты сам врезался. Машина сдохла. Не ждите, давайте за ним. Черт, у меня батарейка села. Долго мне так от них гоняться? А, батарейка заряжается. Вот это прикол. Самозаряжающаяся батарея, это круто. Так, кого-то там нейтрализовал. Машину, видимо, отключил. Воу! Нет, все еще двое за мной едут. Ай-яй-яй-яй-яй. Посторонись, посторонись, женщина. Давай живо, за ним! Опа. Черт, не получилось. Так, мне CTOS отключили почему-то. Как-то они так ловко проезжают это все дело. Странно. А! Прям в дерево. Бортани его! Я тебя бортану тогда. Его. Черт, ничего не получается почему-то. Не знаю даже почему. А у них машина целая абсолютно. Карань его, но! Динг за банкомат снес. Давайте уже, светофоры, помогите мне. Что-то не хотят светофоры мне помогать. Так, заграждение, ну, было бы неплохо. Как они проезжают, ё-моё. Мне, видимо, их обязательно надо захерачить. Скройтесь или убейте устранителей. Проверьте все, будьте начеку, подрал. Подходи. Так, а я скрываюсь. Я скрываюсь, скорее, 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 скорее. Отбой, мы его все. Он все еще едет за мной почему-то. Ребята, извините. Посидите лучше на попе. Ладно, Дэмиан. Поговорим. Фу, это было жестко. Так, и че? Что это за место? Местоположение абонента. Парк какой-то, что ли? Разблокируйте доступ. Что? Как мне разблокировать доступ к CTOS? Ну-ка, ну-ка, карту, пожалуйста. Тут, видимо, какое-то покрытие есть этой системы. В натуре, видите? Надо вот эти точки разблокировать. Это, ну, это этот район. А где этот район? Где точка в этом районе? Странно, что-то не видать. Но, видимо, надо это разблокировать. Так, поедем. Поедем, посмотрим. Опа.